Кировская область и Украина, возможно, станут ближе. Сегодня в нашем регионе с рабочим визитом побывал генеральный консул Украины в Нижнем Новгороде Игорь Мельничук. Встреча с губернатором Никитой Белых проходила за закрытыми дверями. Известно, что глава региона обсуждал с гостем возможность заключения соглашения о сотрудничестве. В качестве точек соприкосновения определили торгово-экономические и культурные связи. Со своей стороны мы предложили наладить партнерские связи с одним из регионов Украины, и Никита Юрьевич, как бы он скажет, я думаю, сам об этом. И мы себе определили такую достаточно амбициозную цель, чтобы по уровню торгово-экономического сотрудничества из регионов Приволжского федерального округа Кировская область вошла, если не в тройку, то в пятерку. Мы считаем правильным и целесообразным посмотреть на тему возобновления или восстановления кооперационной связи между предприятиями Кировской области и предприятиями Украины. Здесь, я думаю, мы будем действовать совместно с Вятской торгово-промышленной палатой. И думаю, что здесь, собственно говоря, это как бы их основная задача.